то, что они общаются. Друзья, всем доброго дня. Мы сейчас находимся на выставке «Россия» в павильоне «Космос». Пойдем обозревать. При входе на стенде фотографии всех наших космонавтов. Но как-то не видно, все отсвечивает, мигает. При входе, между прочим, проверяют температуру. Итак, мы пошли в зал. Игры будущего. Развитие пилотируемой программы. Ракета «Ангара». Космос для людей. А это что у нас за экспонат? Вот. Там управление. Сейчас посмотрим. Интересно. Так, ракету запустили, теперь по экспозиции. Макет космического аппарата «Спектр УФ». Ну, в общем, так. Конечно, кто интересуется космонавтика как ответ на вызов будущему. Вот видите, разные носители. Проект «Млечный путь». Что-то тут. Поехали. Космический мусор. Угроза движения на околоземных. Так, «Млечный путь». Безопасности. Высокой точности. Глобальные спутники и телескопы. Наблюдение за движением в космосе. Радиолокаторы. Так. Так, здесь у нас что? Такая экспозиция. Вот солнечные батареи, которые я делала. Макет космического аппарата «Скиф». Так, это у нас что? Макет космического аппарата «Ганец М1». А здесь полет на авиатренажеры. Стоимость одного сеанса 1000 рублей. Слушайте, а павильон «Космос» уже реставрировали. Посмотрите, какая красота. Юрий Гагарин. Наноспутник «Часки-1». А это что такое? Наноспутник «ЮТ-УЗГУ». Вот рассказывает он тут что-то, наш космонавт. Конструкции спутника предусмотрен баллистический щиток. Наноспутник ЮЗГУ 1-2. Не знаю, в чем отличие, но это я наноспутник ЮЗГУ 3-4. Здесь макет космического аппарата «Обзор Р». Вот такое вот тут макет космического аппарата «Канопус Б». А это макет многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Здесь расположены макеты ракеты-носителя «Амур» и макет перспективной ракеты-носителя «Крыло СВ». Вот они, две ракеточки. Какой красивый павильон «Космос». Спасибо.
Макет космического аппарата «Луна-27». А здесь нас встречает вот такой вот дружок. С ножками и с ручками. Можно посмотреть, как далеко может улететь человек. А, ну, короче, да, и выбираешь, и что ты хочешь посмотреть. Вот. Что такое жизнь? Зайдите в зону активации. Step in the activation area. Простите за мой английский. Парадокс Ферми. Смотреть видео. Здесь какая-то игра. Так, начать игру. Ну и здесь, короче, наверное, что-то нужно выбрать. Меняйте показатели параметров с помощью передвижения ползунков. Что-то я потыркала. Имя планеты Капекс. Масса 50, радиус 10 000 километров, температура 21 градус. Поздравляем, вам удалось создать на планете условия, пригодные для жизни человека. Ура! Так, в следующий зал проходим. Что у нас здесь? Макет космического ядерного блока. Вот это вот. И здесь у нас конструкторско-технологический макет блока обеспечивающих систем. Вот такая махина. Здесь вот хорошо. Купол видно. Здесь лекторий. Сочи 2014 года. Приходите с детьми, детям будет здесь интересно. В нашем детстве все мечтали быть космонавтами. Вот эта вот махина, это космический аппарат связи серии «Экспресс-А». Макет один к одному, то есть в натуральном размере. Это что за агрегат? Космический аппарат связи на базе негерметичной платформы «Экспресс». 1000 макет один к одному. Там Народный фронт. А ну и на этом все получается. Или надо в обход идти? А здесь элементы транспортного энергетического модуля. И вот это что? Макет орбитального комплекса транспорта энергетического модуля. Космическая ядерная энергетика. Поехали. Ядерная энергетика к дальним планетам.